Не только Георгий Ковкалюк нашел убежище в чужой стране. Другие политические деятели, подвергшиеся судебному преследованию, недавно сбежали за границу. Первыми упаковали свои чемоданы Илан Шор и Влад Плохотнюк. Они сбежали больше 2 лет назад, когда пасовцы и социалисты сформировали правящий альянс. А после досрочных парламентских выборов в нынешнем июле уехал и сам Георгий Ковкалюк и больше в страну не возвращался. Вскоре стало известно о бегстве Вячеслава Платона в Лондон. Недавно и бывший депутат Владимир Андронаки также предпочел скрыться от правосудия. Президент страны заявляет, что на каждой официальной встрече обсуждает эту тему, но отмечает, первоочередная задача прокуратуры – законно доставить всех их в страну. Всем президентам, с которыми я веду дискуссии, рассказываю о самых крупных мошенниках Республики Молдова и о том, что у них есть недвижимость в некоторых странах, где я бываю с визитами, там же у них есть и счета. Некоторые даже скрываются на территории этих государств. Это обязательная тема повестки дня. Глава государства отметила, что доставка этих лиц в страну для проведения уголовного расследования является обязанностью прокуратуры. Однако, по ее данным, запросы об экстрадиции, отправленные молдавскими правоохранительными органами, были составлены с ошибками, и их рассмотрение не представлялось возможным. Я получила информацию от правоохранительных органов других стран о том, что, как было указано, запросы об экстрадиции были составлены некорректно. Как-то несерьезные те запросы. Теперь их нужно переделать, доделать. Мы не можем ожидать, что через неделю они вернутся. Исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу, к которому мы обратились с вопросом, уклонился от ответа, когда могут быть доставлены в страну Ковкалюк, Платон, Шор, Плохотнюк и Андронаки. Велись дискуссии с большинством учреждений, которые занимаются экстрадицией лиц из-за рубежа. Принимаются все меры, включая двустороннее общение с государствами, в которых, по имеющейся информации, находятся эти лица. Вы знаете, где они находятся? Сейчас не могу вам сказать. Всему свое время. За последние годы как минимум 5 бывших или действующих политиков покинули страну после того, как на их имена были открыты уголовные дела. Летом 2019-го, когда пасовцы и социалисты сформировали правящий альянс, одними из первых из страны бежали Влад Плохотнюк и Илан Шор. А после досрочных парламентских выборов уже в этом году Молдову покинули Вячеслав Платон и Георгий Ковкалюк. Недавно и бывший депутат от Демпартии Владимир Андронаки, обвиняемый в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах, также предпочел скрыться от правосудия. Все они виновными себя не признают.